Ребята, всем привет! Начинаем дальше тестить препараты, которые нам предлагают на рынке. Сейчас мы будем тестить препарат под названием Штиль. Знаете, сколько людей, столько мнений. Все говорят, что ну, он хороший, кто-то говорит, что он плохой. Мы на примере, ну, мы заехали к другу, он нам отлил штиля, я им сам не работаю. И мы сейчас попробуем. По тому, что как он выглядит, субсидия такая, она как вот мел, вот такая вот она вот. То есть она непрозрачная, она как бы белого такого цвета. Производитель говорит, что получается надо 5 миллиграмм на литр. Сейчас мы будем разбавлять, все делать по ГОСТу и посмотрим. Будем тестить на насекомых, на именно на тараканов, которые мы сегодня поймали. И будем уже смотреть, как он эффективен, неэффективен. Так, нам получается надо 5 миллиграмм. То есть есть два варианта. Есть вот такая вот крышечка, то есть здесь как бы есть тоже. Да, вот, вот эти вот пазики 5, 10, 20 миллиграмм. Это вот идет с бутылкой. Есть шприц. Я думаю, что мне будет проще будет в шприце это сделать. Я набираю 5 миллиграмм. Вот я набрал 5 миллиграмм. 5 миллиграмм. Нет. Вот так вот. Это будет 5 миллиграмм. И производитель говорит, надо разводить на литр. Мы взяли воду и будем разводить на литр. Посмотрим, как себя штиль поведет. Вода побелела сразу. Вода сразу побелела. Это мы закроем сейчас. По запаху сказать, что резкого запаха нету. Ну, запах есть, но он не резкий. Все, мы развели, получается, 5 миллиграмм на литр. И сейчас мы сделаем с вами. Так. И мы сейчас сделаем с вами. Нальем вот сюда вот сейчас. Вот сюда маленько, потому что у нас площадь-то маленькая, и маленько-маленько мы намочим и посмотрим. Давайте оставим часа на два, просто для того, чтобы эта консистенция высохла, и посмотрим. Ну вот она, видите, беленькая вот такая вот, то есть сама по себе. И уже тогда выпустим уже тараканов и посмотрим, как он себя поведет, этот препарат. Ждем 2 часа, через 2 часа мы... Ребята, вот прошло у нас где-то 2 часа. Что могу сказать? Химия высохла. Она даже не воняет. То есть, ну, запаха как бы нету.
А сейчас мы выпустим тараканов и посмотрим, через сколько они умрут. Смотри какой, а. Не хочет, а. Короче, получается, два живых у нас, посмотрим, как препарат себя поведет. Наблюдаем, смотрим. Ребята, прошло 2 часа, сейчас вам покажу, как себя препарат повел на тараканов. Так, ребята, напоминаю, прошло 2 часа, тестируем штиль, смотрим, запустили 2 тараканов, что с ними произошло. Сейчас мы откроем и посмотрим, чтобы было наглядно, как бы видать. Ну, валяются просто. Просто валяются. Просто трупики. Что один труп, что второй труп. Валяются. Хороший препарат. Рекомендую, кто будет заниматься дезинсекцией, кто будет начинать, кто еще не тестировал, рекомендую. Вон еще один шевелится. Ну, он все, он уже как вот помирает. Ну, хороший препарат. Я доволен.